Всем привет! Продолжаем прохождение Assassin's Creed с DLC. Всем приятного просмотра. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки и оставлять комментарии. Всем заранее спасибо. Найду виновных, обещаю. Ах!
Я ищу Киру. Ее нет. Охотится. Жалела, что ты не с ней. Скажи, где она? Молит богов об удачной охоте. В алтаре Артемиды, к востоку отсюда. Севернее таверны. Спасибо. Зоркая Артемида, направь мой лук. Молю тебя от всего сердца, пусть Алексиус не распугает мою добычу своими тяжелыми шагами. Я старался не шуметь. Старайся лучше, а не то добычи нам с тобой не видать. Здесь красиво. Цветы напоминают мне о лучших днях. Но тебе стоит задуматься о том, хорошо ли ты владеешь луком. Мне не нужно просить богов о меткости. Боги часто принимают облик животных. Я просто предупреждала их. Ведь я всегда попадаю в цель. Что ж, посмотрим. Идем. Горные козлы не станут ждать, пока мы наговоримся. В детстве я охотилась на них чуть ниже по реке, чтобы не умереть с голоду. Ха, понимаю тебя. Но моей добычей были крысы. Из них неплохой сыр. Но ты многого достиг. Так же, как и ты. Ну а теперь покажи, как ты стреляешь. Артемида любит тебя. Скажи ей, что мне нравится кое-кто другой. Она будет ревновать. Артемида любит тебя. Скажи ей, что мне нравится кое-кто другой. Она будет ревновать.
Артемида любит тебя? Скажи ей, что мне нравится кое-кто другой. Она будет ревновать. Моих людей ждет сытный ужин, а богов щедрое подношение. Спасибо. Ты славный охотник, но зачем ты позвала с собой меня? Какая наивность. Между нами что-то есть, хоть я и не хочу поддаваться чувствам. Потому что любишь Фалета. Или мне так казалось, пока не появилась ты. Охота освободила мой разум, и я могу подумать над тем, что было сказано. Это хорошо? Ниже по реке есть место, там тихо. Можно побыть наедине. Что скажешь? Я весь твой. Люди Делоса долго страдали. Я счастлива впервые с тех пор, как началась война. Ты сможешь вернуть им мир. Люди его заслужили. И ты тоже. А ты, Алексис, ты мог бы остаться с нами, когда все закончится? Когда-нибудь я уйду на покой, но не сейчас. Ты что-то путаешь, Мести. На покой? Не может быть. Хочешь, поспорим? Не нужно искать счастье в будущем, когда оно прямо перед тобой. Теперь я знаю, ты научила меня этому. Нет. Прихожу на берег, а там огромный медведь растерзал контрабандистов. Медведь? Каллисто, и что ты сделал? Ну, убил его. Что же еще? Он и меня хотел разорвать. От этого копья никому не уйти живым. А что та женщина? О, она жива. Может, уже на полпути в Лаконию. Почему мне с тобой так легко? В наших жизнях многое сложилось одинаково. Мы с тобой оба рано повзрослели. Я хочу тебя, Алексиус. Здесь, сейчас, под этими звездами. Я возжелал тебя, едва увидев. Больше других островов. Я люблю Миконос. А я тебя больше других наемников. Нужно рассказать Фалету. Да, позже. А пока будем готовиться к восстанию. Ты права. Но прежде...
листей. Чего ты там шепчешь? Солдаты убьют меня, если услышат. Ты Мисти, что помогает Кире и мятежникам. Да. Конечно. О твоих подвигах много говорят. Слухи ходят. И о девушке-мятежнице тоже. Если что-то знаешь, говори. Солдаты меня убьют. Видит Аполлона, уже пытались. Возле рынка есть дом, давно заколоченный. Проберись туда тихонько, там и поговорим. Странно. Нужно найти дом и выслушать попрошайку. Послание. Предупреждение. Подарок платил ей за молчание. Насчет чего? Женщину убили и оставили непогребенной. В ребрах застрял наконечник афинского копья. Кровь и следы. Детские. Кто-то прятался в сундуке. Куклы. Мама и ребенок. На одной вырезана буква М, на другой К. Больше ничего нет. Нужно поговорить с той женщиной. И что нашел Мистий? Тело, женщина. Она убита афинским копьем. Это все? Записку от подарка. Он грозился убить обоих, если расскажет. Обоих? К чему убивать дитя? Разве что это его дитя. Тссс, они могут услышать. А теперь скажи тихо, что еще ты нашел? Кукол. На них были буквы К и М. М – это мать. Ты спрашивала, кто меня нанял? Кукла с буквой К. Ребенок, Кира. Да, да, а значит... Кира рано научилась владеть ножом. На помощь призвали тебя? Боги, спасите нас! Что? Невероятно. Если это был ребенок подарка, и это дитя Кира, значит... Всемогущий Зевс! Подарок отец Киры! Ты умен, Мистий. И в самом деле. Нужно сказать Кире. Она не поверит. Ни за что. Всю жизнь она ищет того, кто приказал афинским солдатам убить ее мать на ее глазах. Но боги сохранили Кире жизнь, она спаслась. Откуда ты все знаешь? Я там была, Мистий. Защитила малышку. Пока солдаты пытались убить меня, Кира ускользнула от их мечей. Так ты тоже была там? Меня зовут Атония. Я была служанкой подарка. Что? Каждую ночь мать Кира приходила к дому. Дочь хотела увидеть отца. Подарк не велел ее пускать, но она приходила. И подарк послал меня к ней домой с письмом. С угрозами? Но напрасно. Подарк снова послал меня к ней вместе с афинскими солдатами. Кира должна узнать, что подарок ее отец. Но прежде я должен найти доказательства. Как-то в дом подарка пришла женщина. Умоляла передать ему куклу, что сделала Кира. Возможно, кукла где-то в доме подарка. Только боги знают. Я найду куклу. Мисти узнал правду. Мятежники тоже должны знать. Если подарок спрятал куклу где-то в доме, я ее найду. Вот и кукла. Что-нибудь показать?
Приходи еще. Исчезни! Подарок оставил себе куклу Киры. Она вырезала букву П. Папа! Тебе пора уходить! Могла ли Кира знать об этом? Мятежники должны узнать правду, но для некоторых кровь много значит. Если все выяснится, Кира может потерять поддержку. Показывал тебе новое оружие? Говорят, им можно камень вырубить. Ага. Похоже, он даже спит со своим мечом. Когда-нибудь это обернется катастрофой. Где Кира? Она... Уже соскучился, Мисти? Кира, мне нужно тебе кое-что сказать. Что с твоим лицом? Оно слишком серьезно. Сядь, выпей, расслабься. Я скажу тебе это наедине. Иди за мной. Вот мы и наедине. Так что же ты хотел мне сказать? Не знаю, как сказать это. Подарок твой отец. Что это за шутки? Я не шучу. Я убью тебя на месте! Невозможно. Кира, мне жаль. Он отнял у меня все. Но как ты узнал? Я нашел твой дом. Знаю о твоей матери. Слышу крик, как сейчас.
Вижу вихрь из синих доспехов и алых клинков. Я убегала, подскальзываясь на крови матери. И никогда не возвращалась. Это правильно. Спасибо, что сказала лично. Никто не должен знать об этом. Но прошу, оставь меня. Мне нужно побыть одной. Люди счастливы. Так и должно быть! Впервые с тех пор, как РС проклял нас войной, в Делос пришел мир! А где Кира? Неужто не хочет выпить со своими людьми? Ты сохранил тайну. Я удивлен. Подарок был сложным человеком, но он был ее отцом. Она ушла, чтобы отправить его к Харону. Каждый воин заслуживает похорон. Даже подарок. Моли богов, чтобы так же отнеслись и к нам. Тем временем мы можем делиться вином и рассказами. Ха-ха-ха, рассказывай. Воины заслужили. Даже Фалет. Конечно, если найдешь его. И напомни, я задолжал ему рассказ о потере глаза. Как команда, готовы плыть? Как прикажешь, но сперва позволим выпить и спеть. Присоединяйся.
Палет, что ты здесь делаешь? Думаю, молюсь. Это было мое время. Что? Я должен был стать победителем. Но ты отнял у меня все. Отнял подарка. Отнял эти острова. Даже Киру, мою любовь. Послушай голос разума. Я пытался быть разумным. Но это не по мне. Ведь я спартанец! Я за тобой слежу. Для Харона. Ступай к черной, как ночь, реке и погрузись в бесконечный мрак. Ты будешь плутать во тьме с призрачными мертвецами, даже в царстве Аида. Не стоит прощаться в одиночестве. Я рада, что не одна. Я так долго этого ждала. И вот все случилось. Я думала, что обрету покой. А что чувствуешь? Я была полна мести. А теперь пуста. Он мертв, но ты жива. Ты нужна людям. Если не защитишь их, кто-нибудь другой придет на смену подарку. Ты прав. Я им нужна. Они мне нужны. У нас больше нет общего врага. Я нужна им, как никогда. Спасибо. Что будешь делать? Миконос нужно восстановить. Так и сделаем. Но он не будет прежним, таким, как хотел отец. Мы сделаем его новым домом для свободных людей, для мирной жизни. Кира, он мертв. Люди ждут тебя. Они празднуют. Отпразднуем с ними. Прощай, папа. Не чета спартанцу! Что?
Ты знаешь, что мы будем охранять партию наконечников для Коля? Спасибо, что был рядом. Я нуждалась в тебе. Это мой выбор. Ты ведь знаешь. О, ты слышал? Фалета назначили полководцем. Утром он должен отправиться в Спарту. Он это заслужил. Пусть его плавание будет спокойным. Кто ответил на мои письма? Алексиус, грозный хозяин Орла, и Фалет из Спарты. Он мертв, но мы вместе, как Артемида и Аполлон, как Миконос и Делос, и люди ликуют вместе с нами. Верно, но скоро мне отплывать. Мойры придут в свое время. Сегодня, Алексиус, мы вместе. Все мы. Одна семья. Одно восстание. Ты! Я думал, ты хотела уехать подальше от Делоса. Хотела, но кое-кого встретила. Алексиус! Знаешь Иолу? Она была контрабандисткой и собиралась покинуть остров. Ну, я пошла к фонтану святилища, чтобы промыть руку, и... А я шел молиться. Я приметил ее левым глазом. А я увидела твою красоту правым глазом. Как две звезды рядом. Мило. Запах горящих подношений. Потные тела молящихся паломников. Прекрасно. Застав врасплох, любовь пьянит сильней. Сдается, вы уже как одна семья. Ты лишилась людей и корабля. Присоединяйся к нам. На Адресте для тебя найдется место. Нужна, значит? Ну, вольная жизнь, вода впереди, ветер дует в спину. Что думаешь, милый? Добро пожаловать! Что ж, решено. Времени нет. Поспешите на корабль. Готов отправляться? Подарок мертв, Кира вернулась. А у меня осталось много других дел. Отплываем! Но сперва я сказал Кире, что ты произнесешь речь перед прощанием. Нужно проститься. Хайрате! Тише! Тише! Алексиус хочет что-то сказать вам! Друзья, мы победили! На вас ждет работа! Постройте себе дом, достойный! И пусть такие люди, как Подарк, не смогут захватить в нем власть! Так выпьем же за Алексиуса! За победу! Какая речь! Впрочем, многим больше по душе сражаться, а не строить. Им понравилось. Понравилось! Еще бы! Я соберу всех. До встречи на корабле!
Сократ, хочешь вступить в команду? Я пришел попрощаться. Утром отплываю на торговом корабле. Да хранит тебя Посейдон. Варнава, Адрестия готова к отплытию? Команда весела, но страдает от похмелья, а корабль готов. Что ж, жаль, что Кире придется восстанавливать свой дом в одиночку. Одинок ли человек, если вокруг его друзья и союзники? Именно. Помнишь, что ты сказал мне, впервые ступив на этот песок? Что мы должны помочь людям. Мы хотели так сделать, и ты сделал именно это. Тебя не просто так зовут могучим Мистием. Ха! Кто так делает? Он. Хватит! Пора отдавать приказ команде. Куда отправимся? Подарок был всего лишь одним из культистов. Куда ни отправься, они будут везде. И всех мы убьем. Я тут чуть ненадолго.
Будет еще время для песен и для вина, если повезет. Вон там! Кажется, что-то ценное!
Нормально! Наш капитан уходит! Да. И как сделать, чтобы все поняли? Поднять наш флаг и затопить их корабли, например. Тогда все точно поймут. Мы же пираты. Нам нужно заботиться о своем имени. А чем, кроме кровопролития, заставить себя уважать? Вы пытаетесь разделаться с соперниками. Что, Кеос слишком мал для всех вас? Если бы мы хотели расширить владения, тебя бы не нанимали. Сами бы справились. Но лучшая защита — это нападение. С этим не поспоришь. Я их потопил. Я в тебе не ошибся. Ксения будет счастлива узнать, что эти воды снова наши. Лесть — это мило. Но я здесь за наградой. Конечно.
Ваши голоса могут и сирену баюкать, но пора прекратить. Покидает вахту! Отлично выполняет работу детишки наши. Смотрите, как физкультурой занимается. Круто. Мекрити нож. Пригодится! Капитан покинул мостик! Вы свободны!
вы уж поняли, что я за Спарту. Больше ее никак, вообще никак. Только за Спарту. Так что извините. Некуда. У тебя нет шанса. Нашел его. Лучше поднять тревогу. Тише, сражайся, но. Сейчас.
Я пока нажимаю на паузу. Извините, надо кое-куда сходить.